гуляя по городу, либо по работе, бродя от одной остановки к другой, от одной точки к другой, нам иногда хочется перекусить. И это мини-перекусы, такие лесные жороб-жорочи на моем канале. Первый подопытный на жороб-жорочи — это симорол со вкусом вишни, который можно смело отнести к самым ходовым жороб-жорочем. В плане того, что любую жвачку легко кинуть в карман, либо даже в карман джинсов, если не в карман рюкзака, и она всегда будет под рукой. Это, конечно, не тот стимрол, который был раньше, но тем не менее консистенция у него такая вот. Обычный порошок. Далее мы проверим его еще на калорийность. Проверять будем обычной нашей утилиткой. Сейчас я ее запущу и скриншот прикреплю. Так, проверяем. Проверяем. Будем сканировать штрих-код. И он сканировать штрих-код у нас отказывается. Ладно, пойдем другим путем. Мы запустим эту же приложуху, но сканирование штрих-кода уберем, напишем . Ну, наотрез отказывается искать. Здесь 10 дрожжей. Калорийность у него 184 килокалории. Ну, значит, 19 килокалорий в одной такой подушке. Как перекус, как успокаиватель нервов, самое то. Все, кто любит пожевать в городе, либо так в перерывах между приемом пищи, ставим лайк, подписываемся на канал. Всем пока!